Итак, первое наше движение мы будем делать слайд назад. И тур. Здесь небольшая пружинка в движении. Делаем тур. Далее. Ручка правая на левую ножку кладется. И мы раскидываем левую ручку вверх. Тур. Далее. Левая рука спускается на голову. Тур. И мы начинаем перемещаться немного вперед. Раз. Два. Три и четыре. Так, на четыре у нас хлопок. Итак, мы делаем раз, два, три и четыре. Далее у нас идут небольшие прыжки. Мы отпрыгиваем в правую сторону. Бум. Ноги вверх на вверх. Распрыгнулись. Бум. Далее. Начинаем прыгать также в левую сторону. Бум. Ножки вверх на вверх. Бум. Ручка. Там. И пум. Далее. Ножки работают. Раз. Два. Соединим. И пам-пам. Пам-пам. Та-да-да. И раз, два, три и четыре. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Пам. Они кружатся в разные стороны, мы делаем, соответственно, за центрового. Итак, пам-пам-пам-пам-пам. Это движение уже делали в самом начале. Мы делаем пам-пам-пам-пам-пам. Далее, мы подпрыгиваем. Пум-пум. Еще раз. Далее. Ножка собирается, ручку через круг. Пам-пам-пам. Далее. Ножка работает. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Далее у нас снова идет перемещение. Мы просто считаем на месте. И начинается вторая часть. Соединим первую часть. Вот счет. 7, 8. Раз, два, и три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз и два, пум. Раз и два, пум, пум. Раз, два, три и четыре. Раз и два, три и четыре. Пять, шесть и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Далее мы делаем волну назад. Пум. И обратную волну. То есть бедра у нас возвращаются. Пум. Па. Далее. Ножки просто шагают вперед. Ручка делает. Пам. Ладошка вперед. Пам. Ладошка назад. Указательный пальчик по кругу. Пам. Пам. Далее ручка бьет диагональ, ножки начинают подниматься. Пам. Пам.
Special.